Называется «Почувствуй себя веточкой». Крылья еще не совсем. Окрепли, чтобы взлетать. Поэтому некоторое время, а может быть и вполне открепли, просто им не хочется, недостаточно сил, чтобы взлететь. Зато карабкаться по моей руке вполне можно, искать какую-нибудь высоту. Вот такой он, мотыль табачного бражника. Настоящий монстр. Но я очень впечатлен. Думаю, теперь фокусы с выращиванием бражников я буду делать периодически. В конце концов, это интересно. Интересно было бы застать, как они вылупляются. Конечно, в интернете есть разные видео, но всегда лучше увидеть это вживую.